Меня слышно? В такие времена мы должны задать себе несколько важных вопросов. Как можете вы, я, наши друзья и дети действительно доверять чему-то, что мы видим по телевизору и слышим по радио? Правда ли это? Откуда нам знать, что наши решения на самом деле являются нашими собственными? Можем ли рассчитывать на то, что даже слабый голос будет услышан, а не затравлен в тишине? Я могу вам сказать, как. Существует личность, которой мы благодарны за все это. Мы можем поблагодарить эту личность за предоставленные нам новые перспективы. Мы можем поблагодарить эту личность за предоставленную нам возможность выбора. Эта личность дает нам альтернативу единообразию и краткосрочному мышлению. Мы обязаны этой личности за превращение обычного дня в нечто особенное. В день, когда мы поднимаемся с дивана у телевизора, говоря: «Я сам изменил мое мнение». И лишь одно слово достойно величать это лицо. Герой.